Законопроект о возвращении летнего и зимнего времени внесли в Госдуму. Если его одобрят, то световой день станет дольше, а качество жизни, по мнению депутатов, выше. Напомним, часовой маятник для россиян начался еще в 2011 году. Тогда отменили зимнее время, но потом, после общественного резонанса, вернули и оставили на постоянной основе. Люди привыкли, а депутаты вновь заговорили о переводе стрелок. Мы решили спросить, что по этому поводу думают барнаульцы. Как вы относитесь к сезонному переводу часов, если такое будет? Плохо. Почему? Заколебало это все переходить туда-сюда, туда-сюда. Световой день-то будет дольше? Ну, это иллюзия, что он будет больше. Не будет, он какой был, такой и будет. Я за перевод часов. А почему? Нравится мне. Позже темнеет, тут из-за этого. Я всегда был за. А на здоровье это никак не отражается? На моем нет. И на моих этих родственниках тоже нет. Я за стабильность. Или так, но больше, чтобы нас не двигали людей ни туда, ни сюда. Любые вмешательства ритма природы мне не нравятся. Надо часы перевести вперед, чтобы раньше вернуться домой. Как раз у меня световой день продлится. Отрицательно. А световой день будет дольше. Ну и ладно. А внутренние часы работают по-своему. Целесообразно ли переводить стрелки с научной точки зрения и отражается ли это на здоровье, расскажем в ближайших выпусках новостей.